Вице-премьер страны Юрий Трутнев находится с рабочим визитом в Якутске. Полпред встретился с правительством республики и обсудил вопросы развития транспортной инфраструктуры. Трутнев отметил, что для Якутии данный вопрос особенно важен, так как это самый большой субъект страны, и также сеть автомобильных и железных дорог в регионе намного реже, чем по стране. В ходе совещания затронули и вопросы развития инфраструктуры для авиационного транспорта, завершения строительства железной дороги. Что касается выделенных средств на развитие транспортной инфраструктуры, выяснилось, что не все средства дошли до республики. И вот как это комментирует Юрий Трутнев. Средства, которые передавались из программы развития Дальнего Востока, программу развития транспортной инфраструктуры, к сожалению, не все дошли. В проект программ сейчас не отражены все средства, которые когда-то Минтранс доказывал, что абсолютно необходимо проинвестировать на модернизацию БАМа, Транссиба. Вот мы сейчас начинаем разбираться. Оказывается, они доказывали, причем доказывали президенту Российской Федерации, говорили, что деньги профизнесу нужны именно на модернизацию БАМа, Транссиба. А сейчас получается так, что они эти деньги пытаются распределить на другие цели. На мой взгляд, это абсолютно недопустимо. Если ситуация в ближайшее время исправлена не будет, будем докладывать президенту Российской Федерации.